Один в машине. 1 августа в Иванове зарегистрирован случай оставления ребенка в автомобиле. Напомним, с 12 июля в правила дорожного движения были внесены изменения, согласно которым запрещается оставлять в транспортном средстве ребенка младше 7 лет без присмотра. Инцидент, который, к счастью, закончился благополучно, произошел в одном из дворов на улице Куконковых. Женщина оставила спящего полуторагодовалого малыша в детском кресле в авто, а с двумя старшими детьми отправилась в гости к подруге. Сначала все они гуляли неподалеку от машины на площадке, а потом ненадолго поднялись в квартиру. Именно в это время ребенок в машине и проснулся. На плач несовершеннолетнего пришли неравнодушные прохожие, которые достали ребенка из автомобиля. На тот момент автомобиль оказался не запертым. Прохожие позвонили в полицию, сообщили о данном факте. И на место происшествия приехали сотрудники госавтоинспекции, которые составили административный материал на мать несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. То есть выписали ей штраф в размере 500 рублей.